Так, звук появился. Надо было вытащить наушники из USB-порта и засунуть обратно. Ох, когда же уже начнут производить безглючные компьютеры и безглючную операционную систему или программы? Здесь желтая надпись, написано меньше вставок, чем на ТВ, на телевидении. Хотя я могу ошибаться с переводом, я не знаю двух слов. Вот addictive, не знаю слова, и tropes, не знаю, что значит. Так, запись идет? Да, запись идет, замечательно. Настройки, как у нас настройки? А, 69. Настройка звука, чтобы слышен был мой голос и музыка в игре. Музыка восхитительная. Я играю долго в Майнкрафт. Это у меня лицензионный Майнкрафт. Это режим выживания без читов. Я его создал для Димы. Когда? Давно. И он потихонечку играл. Так, 100%. Обновление вышло. Так, вышло обновление. Скелеты в кожаной броне. Они появляются днем. Прямо на травке там бегают. Непонятно, как с ними сражаться. Так, вчера я ночью за 1,5 часа успел сделать броню. Нашел железо, уголь. Брони. Броню себе сварганил. Так, что мне нужно? Хорошо. Димон сделал лестницу. Понаделал. Хоть какая-то польза. Так, о. И сверху стекло. Я не видел. Так, так теперь везде светло будет. Ночью. Не? Да, собачка. Тут его домик. Димоновский. А, вот он, скелет. Я его сейчас... Как бы его... Подловить-то. Я его сейчас собачкой убью. Она сейчас его собачка сожрет. Сейчас его сожрет собачка. Собачка, привет. Стрелы-то есть? Стрелы есть. Идем. Собачка-то где? Ну-ка, давай съешь, скушай его. Один меткий выстрел. Не попал, недолет. Попал. Собачка, слопай его давай. Че, она его не ест? Я же в него попал. Что ж ты будешь делать-то? Собачка, съешь его. Вот дёныш. Как же так, собачка его не ест. Я ее нанял. Точнее, позвал с собой. Кнопочка F меняет местами лук и меч. Оп. 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 Ой, подобрать надо стрелу. Стрелу надо подобрать. Так, тут где-то у меня стрела упала. Моя. О, подобрал. Стрелу можно подбирать, как удобно. Так, безопасно здесь. Я тут буду собирать деревья подальше. Пойду. Соберу деревья. О, надо поесть. Что это? Стейк. Это говядина. Так, меч в левой руке. Он мне мешает. Он обзор мне загораживает. Так, хлебушек надо взять. Что тут? Дерево осталось. Топор есть? Топор есть, только чуть-чуть. Прочности немного осталось у топора. Так, лестница. Полезная лестница. Как же срубить дерево без лестницы-то? В Майнкрафте. Если топор сломается, буду долго-долго кулаком долбить дерево. Как неудобно.
Так, броня испортилась. Да, броня чуть испортилась. Появились зеленые полосочки. Трава, кстати, не ломается, если ее ломать топор. Точнее, топор. Топор не ломается, если топором ломать траву. Как замечательно. Сколько хочешь ломай. И семена выпадают. Давно я в Майнкрафт не играл. Не знаю, какие обновления там. О, дерево падает. Это из листвы оно падает. Как я удивлен. Палочки падают из листвы. Из веток. Раньше падали яблочки. Только. И саженцы. А теперь еще и палочки падают. Восхитительно, замечательно. Камни есть вообще? У меня блужники есть. А я верстак сделаю здесь. Чего нет-то? Все. Ну и замечательно. Че мне? Почему нет-то? Оп. Так, собачка меня немножко поохраняет. Сколько у меня стрел осталось? 4 стрелы есть. Так, а в верстаке я сделаю сейчас себе этот самый топор. Тан-тан. Тан-тан-тан. В старом Майнкрафте не было вот этой книжки. Оп, нельзя было рецепты открыть. А теперь можно. Удобно. Ну что ж, топор появился. Вечер еще, ночь не наступила. Можно работать. Можно собирать дерево подальше от дома. А собачка меня охраняет. От кого-то. Тут как эти деревья собрали. Да, пусть висят. Не хочу с этими деревьями ничего делать. Без дерева. Топор. Я вчера ночью сделал за полтора часа подземную ферму, которую, где можно собирать пшеницу. Уже посадил 80. То есть вспахал 80 блоков. Грядок. 80 грядок спахал. Да, 9 и 9. 81 минус единица. 80 грядок. И большую часть уже засадил саженцами. О, грибы. Классная вещь, грибы. Их можно размножать. В смысле, выращивать в тени где-нибудь. Можно делать грибной суп. Если собирать разноцветные грибы, мухоморы и вот эти белые. Белый гриб, коричневый гриб и мухомор. Так, самые лучшие деревья по количеству древесины, это вот эти ели и тропические деревья. Ну, тропические вообще самые-самые крутые. Дают много-много древесины с одного дерева, очень много дерева. И быстро причем. Потому что вырастает прямой ствол и листва. Не нужно поворачиваться вправо-влево. Просто вверх поднимаешься по лестнице и под себя рубишь много-много блоков древесины. Так, вечереет, надо бежать домой. Не нужны мне бои без правил. Собачку жалко. Так. О, саженец. Отлично. Траву надо. А, факела же есть. Сейчас палок наделаю. И факелов наделаю сейчас. Так, ночь. Ночь. Уже ночь, пора убегать в постельку. О, достижение какое-то получил. Угу. Взял на прицел скелетона. Получил достижение. Итак, дерево есть.
у меня. Уголь есть. Сначала я сделаю много-много... Пум-пум. А. Факелов. 4 стека палочек. Уголь. Покажите мне уголь. Железо же есть для ведра. И ведро лавы надо найти. Я видел где-то лаву здесь. Так. Факел, факел. Факела. Оп. Оп. Все палочки и весь уголь потратил на факелы. Теперь у меня нет угля. Зато куча факелов. Так, саженцы. Не, нужны? Нет, не знаю. Посажу-ка я немножко... А, надо еще земли накопать. Для грядки. Так, палочки мне столько не нужны сейчас. Сундук нужен. Сундук нужен. Где он? Я его видел сейчас. Сундук, сундук. Здесь. Это он. Это он какой. Так. Сундук будет здесь у меня. Два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. Вот в этой комнатке будет сундук. Оп, кирка. Сундучок, сундучок, я тебя сейчас поставлю здесь. Места для хранения у меня нету. Ой, звук какой страшный. Ой, прям страшно, страшно. Страшно становится. Классная музыка. Стоит Майнкрафт своих денег. Бешеных тысяч. Есть уже игры, подражающие Майнкрафту. С некоторыми отличиями. Да, тоже интересные. И, к сожалению, жизни не хватит, чтобы играть с интересом в каждую похожую на Майнкрафт игру. Так, ладно, лишние факела тоже надо убрать. Ой, слишком много уже их себе сделал. Ой, где сундуки-то? Гранит убрать. А, ладно. А! О! 87! А, у меня есть земля для грядки... Второго уровня. Грядку могу сделать следующую. Так, так. Ой, надо деревья посадить опять. Деревья, деревья посадить надо. Так, ладно, сундучок ставлю. Туда все скидываю. Весь хлам. Какой хлам у меня есть? Доски. Факел. Лестница пригодится. Мотыга пригодится. Палки. Немножко в палок пригодятся. Это не надо. Это не надо. Это сейчас не надо. Лук пригодится. Не знаю зачем. Так, кирка. Давай кирку еще сделаю. А. Ну и верстак нужен тоже. А, верстак там. Кирку сделал. Пойду я. Ой. Ой, осторожно, где меч? Меч. Обязательно меч должен быть. И вот это вот. Нету? Крипера нет?
Крипера нет. А там кто-то... Кто-то есть, что ли? На меня смотрит? Кто-то. Убить, что ли? О, тоже собачка. О, это дикий волк. Из ошейника. Прекрасно. Теперь можно размножать волков. А что за дерево такое? Это тоже дуб. Ок, вроде бы дуб. Так. Посажу-ка я сейчас сосну. Очень высокое дерево. Чтобы посадить высокую сосну, нужно так сделать. На четырех блоках. И она вырастет высокая-высокая. И свет. Чтобы даже ночью был фактор роста. Коров не вижу. Ну ладно. Куриц не вижу. Коров не вижу. Песок. Куча песка. Дерево что ли еще накопать? Раз растет дерево. Я его сейчас покопаю. А, еще можно саженцы посадить. Сосну. Так, здесь посажу тогда. Ну и два саженца, куда их? А, один из этих двух прорастет. Или, может быть, да, даже два прорастут. Пещерка. Пещерка. Как интересно. Потом. Свет. Чтобы ночью не респаунились, не появлялись никакие криперы. Ну, самый страшный это крипер, конечно. Не увидел, все, взорвался. Броню поломает. Или даже убьет. Значит, опыт отберет. Уничтожит мой опыт. Не отберет, а уничтожит опыт. Вот, нашел железо неожиданно для себя. Оп, факел слетел. Ну, я его сейчас подберу. Тик. Блок за блоком. Потихонечку. А, скелет. Скелет там где-то. Собачка-то за мной бежит. О, собачка меня спасет. Если что. Поможет драться. Против скелета. Я подбираю железо. Сейчас собираю. Выкапываю. Слышу скелета. Так, косточки нужны, чтобы одомашнить волка. Чтобы приручить волка, нужна косточка. Чтобы получить косточку, получить ее можно только из убитого скелета. Оп. Так, лестница нужна мне здесь? Да, не помешает. Убегать-то. Так, железо подбираю. Уголь. О, зомбаки. Ух. Нашел сокровища. Уголь и опыт. Добываю теперь. А, как вниз спуститься? Хоть бы собачку не ударить. Я преследую сейчас две цели. Добываю уголь и... Ищу опыт. Буду драться сейчас. Там я слышу зомби. Слышу скелета. Не слышу крипера. Потому что когда крипер ходит, не слышно. Самый опасный поэтому. Ой, какой звук опасный. Так, ну сразу меня не убьют. А-а-а, мне страшно.
Подобрать надо успеть, пока не исчезли предметы. Блоки эти. Так, броня есть у меня. Полная, железная. Поможет. Так, ложбинку делаю себе. Укрытие. Чтобы спрятаться. Эк. Ну-ка, грызи его. О, бежит, что ли, за скелетом? Один раз ударю. Убил. Собачка его не укусила? Я не понял, собачки их кусают или нет? Крипер. Беги. От крипера бегу я. Так, крипера надо расстрелять. Чтобы особо не рисковать. Успею. Так, крипер, появись. Помер он. Не вижу крипера. Сдох. Ну, а этого? Этого я сейчас расстреляю. А, собачка его ест. Замечательная собачка. Не надо ломать меч. Меч не ломается. Собачка ест. Собачка ест. Зомбакай. Так. Оп. Меч в руку. Готовность сражаться. Кто это? Никого это. Лестница у меня есть с собой. Меч. А, факел. Факел нужен. Все, осветить факелами. У меня есть лестница. Как удобно. Ой. А, я их могу сбрасывать, как интересно. Я не знал. И собачка может его кусать. Какая умная собачка. Нет собачки. Потерял я волка своего. Что же. Значит, волчок не годится для... Неправильно я использую волка своего. Ошибся я. Потерял волка. Крипер его взорвал все-таки. Эх. Нельзя брать собачку, значит... Нет, я неправильно сделал укрытие для себя. И поэтому потерял собачку. Очень жалко. Был верный волк у меня. Ой, убегаю. В меня стреляют. Ай, меня опять стреляют. Ай, а теперь меня не стреляют. А я его сброшу сейчас с лестницы, если он подойдет. Ой. Хлеб съем, чтобы полечиться. И меч беру. А, он за мной не поднялся. О! Поджидал меня, гаденыш. Косточки есть? Нет, ни одной косточки. Ни одной косточки. Зато крипера. Ага. Давай. Посмотрим теперь. Поднимается за мной? Ударить. Ой, как мне страшно. Ой. А, если он меня не видит, не взрывается, как интересно. Как интересно. Он меня не видит,
И он не взрывается. Кирка есть. Косточку, чтобы приручить собаку. Мне нужна косточка сейчас. Ой, как темно. Ой, как темно. Так, надо все осветить. Так, место есть. Так, хлеб. Подобрать. Хлеб надо слопать. Здесь так можно. Здесь лестница не нужна мне. Так. Факел. Осветить все. О, железо. О, я слышу скелета. Ложбинку надо приготовить. Скорее. Слышу скелета, надо делать укрытие. Противоскелетное укрытие. И вверх. А, о-о! Это не укрытие. Ой. Чтобы они отскакивали, нужно один блок вверх прокопать. Или один блок вниз. Подготовка. Вот так. Все, я готов к битве. Заманиваю врага и убиваю мечом. Стреляет. А! Ой-ой-ой. Он меня что, слышит, что ли? По шагам, что ли, отслеживает меня? Ну, какой вредный скелет. Оп! Ага! Попал в меня. Сдохни. 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 Ну где уже кости? Есть косточка. Пошел собачка прямой. А, нет, мало. Надо еще косточек. Хлеб. И хлеба нету. Все, надо бежать. О! А как я домой прибегу, если сейчас ночь? Если сейчас ночь, я же не могу вылезти. Если сейчас ночь... Так, крипера не вижу. Ставлю факел. Факела есть еще? Да, еще два стека факелов есть. О, грибы. Грибы. Коричневые. Ой, ой, меня стреляют. Надо убегать уже. Ой, это я не убежал. Это я в ловушке. Все, надо копать вверх. Все, 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 все. Хватит воевать. Все, копаю вверх. И убегаю. Из пещеры как-то так, таким образом. Так, это что, диорит? Диорит. Угу. Так. Светло, чтобы было, надо сделать. Чтобы не появлялись монстры в этом месте. О, гнилое мясо есть. Это диорит. Хорошо. Не булыжники. Булыжники я не хочу ломать. Значит, я его ставил зачем-то, этот булыжник. Сейчас мне надо вылезти наружу, посмотреть, день там или ночь. Кроватки с собой у меня нету. А, дерево вижу. Видимо, ночь. Я вижу... А, это диорит. Это не дерево. Какая глубина у меня? 54 блока. Еще блоков 10 где-то. Если это не гора. Еды нет. Воевать не могу. Без еды воевать нельзя. Потому что не могу восстанавливать здоровье. Лопата.
О, о, это вода. О, боже. Прощайте, факела. А. Ну почему же нет? Я в сторону чуть прокопаю. Так, посмотрю, где там вода. А вообще там день. Там день. Значит, я могу убежать, да? Да, день. Все, убегаю. А это земля. А это гравий. Блестящий. Ой, ой, сейчас я захренусь. Чуть-чуть не хватало. Беру меч в руки. Так, теперь я где? Теперь я чего? Уп, где я? Выплыл. А, рядом с домиком. Замечательно. Ну-ка, убить паука. Застрял, что ли? Ха, вот мне повезло. Паучок застрял. Пу-пу-пу-пу. Так, пока день. Не вижу монстров. Вот она, сосна высокая выросла. Которую я посадил. Вот это еще не выросло. Но вырастет. У этой высокой сосны толстый ствол. 4 саженца, потому что проросли одновременно. Ой, киркой? Это было неправильно. Так, надо вот так, топором. Так, и мне нужно найти саженцы, чтобы эту сосну тоже нормально посадить. А это что? А, это еще одна сосна выросла у меня. О, как здорово. Сосны растут у меня замечательно в дневное время. Березы выросли. Ой. Вот я был неосторожен. Ну, сейчас пшеницу соберу. Пшеница есть. Волчка того возьму. Которого я видел. Кости есть же. Гнилое мясо есть. Волчок, ты свободен. Давай, убегай, я тебя покормлю. Ой, он мог диспаниться, я же не знаю. А если бы он диспанился? Какой ужас. Ну-ка, давай, стань моей, собачка. Стань моей. Гнилое мясо. Стань моей. О. А, моя собачка, нет? Нет, собачка еще не моя. Собачка не моя пока. Гнилого мяса не хочет есть. Так, струна есть у меня. А, нитки есть. Две нитки. Для удочки недостаточные. Или достаточно? Достаточно. Так, пойду соберу еду. Уже. Дерево есть. Еда есть. А, саженцы я не посадил. А, ладно. Так, сюда нужен факел. Сейчас я соберу саженцы. И надо будет лаву уже взять. А. Оп. О, а что-то выросло уже. Как хорошо. Уже можно... Есть. Восстанавливать здоровье. Ай, что-то, кажется, попало в воду. Ой, лишнюю. Лишние семена уничтожил я. Случайно. Так. Хлеб. Так, пшеницу собрал. Созревшую.
Угу. Блестяще. Саженцев у меня полно стало. А, не буду. А заставь меня. Ой, я сам с собой разговариваю, это все попало на видео. О боже мой. Так, засадил я все хлебом. Пока что пшеницей. Ой, это созрело, соберу. Семян полно у меня. Стало. Так, могу уже выкопать ниже ярусом еще одну такую мини-ферму. 80 клеточек, 80 блоков. Грядка размером 80 блоков. Так, вот этот блок надо убрать, он мешается подпрыгивать. Мешает подпрыгивать мне. Здесь тоже. Где тут лава? Где-то здесь, да? Так, места нет. Лава мне нужна, чтобы углем не топить печку. Просто лава загружаешь. Как топливо. Так, моя задача сейчас приручить того волчка. Волка. Так, где-то здесь слышу лаву. Булькает. Не сгореть бы. Где-то рядом лава. О, кирка есть еще одна. Так, ячеек мало у меня свободных. Так, жалко, что волка взорвал крипер, конечно. Очень жалко. Факел нужно еще. Ну, пока не сражаюсь, есть не срочно. Так, еще сколько? 4 ячейки я вижу свободных у меня. Поищу лаву чуть-чуть. Нет, не туда иду. Нет лавы. И не там. Мышка глючит немножко. Колесико подглючивает. Так. О, слышу лаву. Где-то я рядом. Где-то вроде бы справа. Где-то там. Ну-ка. Ой, железо нашел. Ой. Все. Копаю железо тогда. Thank you.
О, 18 блоков железа. Классно. У меня есть 18 блоков железа. Все. Пойду. Все. Пойду в домик. Сложу лишние вещи. Не помню уже, куда идти. Так, мне сюда вроде бы. Так, этот блок не нужен. Эти два блока тоже не нужны. Это я потихонечку возвращаюсь. Сюда скину. Диорит точно не нужен. Так, андезит точно. И... Гравл, как его? Гравл. Это у нас... А. Гравий. Так, булыжников столько мне не нужно. Гранит не нужен. Земля. Ладно, пока не нужна земля. Мотыга тоже. Палки тоже не нужны. Так, стрела пригодится, саженцы не нужны. Семена не нужны. Это не саженцы, это семена. Так, мне сюда. Оп. О, ночь. Можно поохотиться с хлебом. О, вот это серьезно. У меня теперь есть хлеб. Правда, пока его мало. Мясо было бы круче. Так, меч есть. Не слишком я самоуверен. Самоуверенен. Самоуверен. Так, пауки опасные, не очень. Средняя опасность. Ну, пошел я воевать немножко. Далеко от дома уходить не буду. О. Волчок, которого я хочу приручить. Вот так надо. Так, не станет ли это моей ловушкой? О, паук. Слышу паука. Сдохни. Ах ты какой шустрый. Гаденыш. Так, мой объект это скелет. Чтобы кости для собачки найти. Для волка. А, вот они, скелеты. О, а это что такое, светящиеся? А, броня. Это броня. Так. Ну, я в железной броне. И пока что я на коне. Так, трава мешается. Так, сейчас у меня скелет будет. Это волшебная броня, видимо. Ботинки волшебные. О, криперы. О, крипер меня увидел. Так, что же мне делать? Какую же мне тактику против крипера выработать? Я еще не придумал. Так что просто убегу. А куда убежать-то? Ой, куда убежать? Быстро думать. Пока только сюда. Сейчас меня этот скелет расстреляет здесь. Я у него тут как на ладони. О, быстро подбегаю. Ах, меткий какой. О, попался. Только не крипер, только не крипер. Так, нет крипера. Крипера я пока не вижу. Кости есть? Костей нет. Так, кто там в зачарованных ботинках ходил? Пойду проверю. Этот меня не очень интересует. Как я так под него? Собачек можно
прирученных волков можно кормить гнилым мясом, а приручать только косточкой можно его. Ага, этого надо удалить. На тебе. Ой, не попал. Попал. Последний удар. Готов. А! Ай-ай-ай! Ага, я уклонился. На тебе. Первый удар, второй удар, третий удар. Четвертый удар. Косточка есть? Косточку я опять не получил. Непросто. В режиме выживания косточки выбивать из скелетов. Косточки. На, гнилое мясо. Нет. Сам могу его съесть, а собачка его не ест. Волчок, это волк. А, вот она, лава. Не надо копать. Теперь лаву я вижу. Так. Факел поставлю. Крипера вижу. Цветочки. Классная вещь. Ой, сколько скелетов, надо убежать. Убежать надо. Сейчас как все выстрелят по разу. И я не убегу. Так, нужно мне против них выработать какую-то уже защиту. Из чего ее построить? Не из чего. Скелет. Пока что я зомбака. Сейчас. О, зомби с мечом. Ничего не упало? Предметы никакие не упали. А! Во! Я вижу скелета. Вот я его сейчас попробую поймать. Другим не попасться. О! А сколько у меня стрел? 4 стрелы. Быстренько его расстрелять. Первый выстрел. О, ага, нормально. Мечом. Он меня видит. А! Промазал. Я промазал. Все. Я его грохнул. А! Ты, да. Раз. Два выстрел. Ай! Он меня стреляет. Последний раз. Попасть. Нет костей. Страшно, страшно. Первый, второй удар, третий удар, четвертый удар. Готов. А зомбаки медленно ходят. Пофиг. Мне на них... Так, косточки есть. Так, этих зомбаков сейчас я или убью, или их солнце сожжет. Троечку нажимаю. Опа. Последний удар. Последний удар. Есть. Ух, каменный меч все-таки. Тяжело каменным мечом сражаться. Буду делать железный скоро. Ну-ка, где собачка? Где волк? Не спавнился? Или нет? Сколько у меня? 3 косточки. И один крипер. Вот он. Вот он, крипер. Вот он, крипер. Опасный тип. Скелет вижу. А волк? Волк где? Ай, фиг найдешь его теперь. Убежал. Ну, слава богу, это лес. Видимо, какой биом-то? Где тут написано, что это какой биом? Ява 1.8. Лака тут. Так, справа. А! Бум. Где прочитать? Чанки всякие. Биом какой? Тут где-то написано.
Равнина. Plains. Plains. Равнина. Так. Хлеб съем. Вот и весь хлеб съел за битву. Ну-ка, собачку я найду. За день надо найти собачку. Потом спрятаться. Так, криперы, криперы. Днем опасны только криперы. А, и меча нету. Так, не вижу ни собак, ни криперов. Так, деревья что ли уничтожить? Так, да. Отличная мысль уничтожить дерево. Топором. Топор я... А, топор есть. Ой, что я натворил? О! Можно кору снять! Топором можно кору снять! Вот это да, что-то новое. И получилось что? Опа! А, какое-то очищенное... полено. Бревно. Ха. Очищенное бревно. И как оно выглядит? Ну, вот так оно выглядит. Сейчас посмотрим, как оно выглядит. Пум-пум. О, как оно выглядит. Понятно все. Ало! Волк! Три кости у меня есть. Посмотрим. Еще волк! Как замечательно. Крипера нет. Крипера не вижу. Так. Ну-ка, на тебе косточку. Раз. Два косточка. Три косточка. Не помогло. Ну, а мясо гнилое. У меня его полно. Покормил только. Нужно больше костей, значит. Приручить я еще не приручил ее. Вот пять косточек истратил. Ладно, пока я в лесу, пока день. Пособираю деревья. Топор есть. При себе. Прошлое видео у меня не удалось. Черный экран получился почему-то. Неправильно захват, настройки захвата сделал. Сейчас поменял настройки видео захвата. Может быть, получится и изображение вместе со звуком записать. Ик. Крипера нет. Крипера нет. Так, ну-ка. Эту сосну тоже надо уничтожить. Вот так вот. Ой, топор ломается. Когда листву топором ломаешь, топор ломается. Хлеб, наверное, не растет, пока я далеко от своей фермы. Ну, палочки выпадают. Криперы же были, я же их видел. Где спаунились, что ли? Ну, это хорошо, что их нет.
рядом. Так, времени у него уже много, надо что-то пожрать. Пойти. В смысле, в реальности. Не в игре. О, красный гриб. Можно суп сделать грибной. Размножать их. Разводить грибы я не буду. Выращивать. Просто я соберу. Крипера нет. Крипера не вижу. Классно. О, желтый цветочек. Палочки, как интересно. Из листвы палочки выпадают. Да. Интересно, раньше такого не было. Раньше из листвы выпадали только саженцы, если это сосна. Из дуба и березы выпадали еще и яблоки. Или саженцы, или яблоки. Саженцев у меня полно. Саженцами можно топить печку. Но когда есть лава, не в неограниченном количестве. В Майнкрафте лава практически неограниченное количество. Почти что бесконечность. Но ее всю нельзя использовать. Человек за свою жизнь не сможет, играя в Майнкрафт, истратить всю лаву, которая генерируется в мире Майнкрафта. Даже, я думаю, 1000 поколений человеческих, если игру Майнкрафта будут передавать из поколения в поколение 1000 раз, все равно запасы лавы не закончатся, не иссякнут. Так, ну что, вечереет? Вечереет. Так, сначала пойду, уже наберу хлеба, если он есть. А как же мне пройти туда? Мне в ту сторону надо. Какой ужас. Ну, надо туннель прорыть. В ту сторону. И ближайший путь, это прямой путь. Восьмерка. Оп. Двойка. Цифрами буду выбирать инвентарь. Восьмерка. Оп. Кирка, единичка. Мышка глючит. Российский производитель. Мышка российского производителя. Не знаю, не помню, как называется. Как она называется? Ой. Экзек. Экзек. Называется мышка. А, лопаты нет. Вот попадос. Вот попадос. Что же, нет лопаты, придется обходить в обход. Не копать же без лопаты. И меч уже сломался. Почти. Так, саженцы я пока не подберу, те, которые там упали. Так, лава. Ой, как я далеко от дома-то ушел. Так, надо факелов немножко поставить, чтобы меньше было монстров возле дома. Так. Ок. Ок. Наверное, это дуб. Ок, я не смотрел. Не помню, как это в переводчике.
О. Вечереет. Ладно, не буду в кроватку ложиться. Может быть, поохочусь. Ой, все, надо лишнее убрать. А, железо же у меня тут еще. Так, цветочки не нужны. Это не надо сейчас. О, лук выпал из кого-то. Саженцы пока не нужны. Грибы пока не нужны. О. А, дерево. Ну что же, расширяемся. А как я расширюсь? Без лопаты. А, пошел за саженцами. А, куда мне за саженцами? Туда. Табличку надо понаделать. Чтобы уже ориентироваться получше. А то на память как-то неинтересно ходить. А если будет больше коридоров, я ничего не запомню. Момент истины. Ну, кое-что проросло. Уже что-то есть. Ой. Выросло. А, это из-за того, что факел ближе, цвет немножко отличается. Если блок лучше освещен, цвет пшеницы пророщенной, выросшей, созревшей. Цвет созревшей пшеницы меняется в зависимости от того, как далеко факел, как освещен блок. Оттенок меняется немножко. Ну, с этим я разобрался. Так, теперь семена, конечно, надо посадить. Там. Все. Посадил семена. Расти, пшеница, расти, пшеница. Сколько пшеницы у меня? 24. Супер, больше, чем было. Или нет, или не больше. Когда я собирал первый урожай, было меньше. Пшеница у меня. А теперь я вообще богат. А в старину богатство измерялось количеством пшеницы. Количеством зерна. И теперь я очень богат. О, крипер бродит. Хорошо, что есть дверь. Так плохо, что ее могут сломать зомбаки. Так. 12 хлеба есть. Не очень радостно. По лестнице ходит крипер. Ах, как страшно. Так. Бум-бум. Так. Что же сделать сейчас? Нужно поохотиться. А, во-первых, есть у меня железная руда. 20 блоков. Отлично. А что же я с углем-то делаю? Уголь надо не так. Если у меня угля много... А, у меня угля мало, ну ладно. То их надо в блоке делать. Блок угля дает больше тепла, чем уголь по отдельности. А вот они. Где печка? Так. Блоки угля надо делать. Эй, нет, так. Оп. Оп. Вот так больше эффективно. По сравнению с отдельным кусочком угля. Но еще эффективнее, конечно, ведро лавы. Тем более, что, как я говорил, запасы лавы практически неисчерпаемы. Да и вообще неисчерпаемы. Ее можно находить, находить и находить. Так, с этим разобрались. Доски сейчас... Доски наделал. Верстачок. Их мешается это. Верстак готов. Пум-пум. Где его поставить? Ну, пусть будет верстак здесь у меня. Его поставить.
Дизайн просто волшебный. И сундуки. Некоторое количество. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пу-пу. Что еще мне нужно? Железный меч. Один. Ведро одно нужно. Хватит. Для лавы. Что это такое? Какая-то таблица. А, стол какой-то. О, кузнецкий стол? Из чего делается? Пу! Как интересно. Дорогой. Ну ладно, у меня пока есть запасы железа здесь готового. Что же это за такой кузнецкий стол? Хоп. Просто декорация, что ли? Или как в игре Террария. Может быть, надо рядом с ним стоять, и рецепты, количество рецептов увеличивается. Нет, не увеличивается вроде. Так, что мне еще нужно спрятать? Так, где рит лишний? Лопату надо сделать. Каменную. Каменную я уже не сделаю. Ну-ка, булыжники. Каменную лопату я сделал. Замечательно. Так, все лишнее убираю. Просто декорация, видимо. Так, что мне еще нужно? Говорить и играть гораздо сложнее, чем просто играть. Нужно сосредоточиться хорошенечко. Вспомнить, чего я хотел, о чем я думал. Так, лопату сделал? Да, лопату сделал. Замечательно. Оп. Факел не нужен. Так. Чуть-чуть дальше ухожу. Факел надо поставить. Так. 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 И еще. Вот так. Музыка классная. Видимо, рассвет. Такая музыка, я заметил. Начинает играть, когда рассветает. Теперь лопатка. Ее надо собрать. Пригодится для подземных грядок. Я их планирую еще 8-9 построить. Может быть, даже алмазы там найду. По ходу дела. Так, здесь спуск вниз будет. Слишком близко к поверхности. Кирка сломалась. Блеск. Хорошо, что есть верстак. Появилась кирка. Волшебным образом. О, я слышу шаги. Страшно слушать. А если крипер взорвется, он может открыть проход с поверхности сюда, в пещеру мою. Ох, как будет нехорошо. Так, копну чуть-чуть вниз. Пум-пум-пум. Так, все, спуск вниз я сделал. И здесь я поставлю еще пару сундучков. О, уголь. Копается. Эйк.
Ну все, здесь я поставлю уже сундучки. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть. О, шесть сундуков поставил. Классно. Так, сюда я скину весь хлам, который еще не придумал, на что потратить. Так, палки, выручалки. Песок, грибы не нужны. Стрелы пригодятся. Меч есть. Так, я пошел на охоту. Таблички потом сделаю. Так, ладно, сундук тоже спрячу. Сундук спрятать в сундук. Факелы где? Факелы есть у меня. Пошел на охоту. Так, броня не сильно сломалась? Пока броня у меня прочная. Крипера не вижу. А, скелет. Как хорошо, он под тенью дерева спрятался. Ну-ка я к тебе со спины подойду. А, он меня увидел. Стреляй. Убил я его. Косточки не получил. Обидно, досадно. Ну ладно. Как Высоцкий пел. А, пока день, побегу за лавой. Я уже лава независимый. Углеродно независимый я. Карбон независимый. Становлюсь. Оп. Главное в лаву. Главное не стать частью лавы. Аккуратным. Лава это огонь. Оп. У-ху. Побежал. Так. Спрятать, чтобы нечаянно не вылить. И пойду дальше. Так, буду иметь в виду, что там где-то есть волки дикие, которых можно приручить. Так. Железо появилось. Да, сделал я ошибку с этим блоком. Угля. Нельзя, тут нельзя. Все, блок угля спрятал. Лестница есть, железо не надо. Хлеб есть. Тик, ждать ночи. А, таблички, все. Я сделаю сейчас, наделаю табличек. Для этого нужны доски. И палки. Палки есть. Доски есть. Сделаю 15 табличек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. А. Обратно. Обратно. Не? Хе. Три таблички из одного рецепта получается. Шесть. Так. Два, три. Девять. Двенадцать. 15. Все, хватит. 15 табличек много. Прячу рецепты. Список рецептов спрятал. Табличек у меня теперь много. Пока день. Пока не начал охоту. Буду делать таблички. Путеводители. Как это сделать выразительно? Ну, как-то вот так. Так. Как-то по-английски надо все-таки уже научиться писать. Поставлю табличку. И напишу, что это там, в ту сторону, пшеница. А заграл за главными буквами. Так, и как написать стрелку? О, нет, не так. А, вот так вот. А как написать
Вот этот символ. Ага. О! Правильно. Похоже? На стрелку. Похоже. Путь к пшенице. Также. Пшеница. Теперь у меня будет стрелка направо. А, нет. Знак равно. А, нет. Так. Так. А как стрелку сделать? Пум-пум-пум-пум-пум. Вот так. Нет. Вот так. Нет. Тук. 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 Нет, не вариант. Угу. Так. Угу. И что, получится у меня? Бред. Бред получился. А! Я могу вот так сделать. Так. Пу-пу-пу. Как же стрелку изобразить? Ай. А нет, неправильно. Что ж ты будешь делать? Как же это? Как я раньше делал это? Не могу придумать. А, может быть, кодировка как-то применяется. Так. 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 Хм. Так. Так. Ага. А, угу. Во. Стрелка. Похож на стрелку? Два пробела. Три пробела. Ну вот эта стрелка. Такая. Такая стрелка получается у меня. Не могу придумать, как дальше сделать. Ну-ка. Так, два знака равно, да? Три знака равно. Скоб. Слэш. И два тире. Два нижних подчеркивания. Так. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Влево. Так, тут немножко... Ну, как-то все это не очень у меня круто. Так. Так. Чуть-чуть сглажу углы. Поворот надо сделать более приятным. Так. Табличку здесь присобачу. Ой, нет, не так. Тун-тун. Два тире. А, нет, не здесь. Да, здесь. Два тире. Так. Так. Ой. А влево как я делаю? А. Угу.
Так. 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 Раз, два, три. Раз, два, три. Почему так получилось? Ага. А здесь вот так. Так получилось. Аналогично, нет? Тык. Три тире, три знака равно и два нижних подчеркивания. Ну да. Вот так указатели мне. Такие вот указатели у меня смешные получились. Мады. Мады бай Тимати. Вот, пока вот выполнял задачу такую, нашел железо. Железную руду. Один блок. Здорово, я богат. Тик. Пшеница там же у меня. Тик. Пум-пум-пум-пум. Так. Угол убираю. Чуть-чуть. Тик. И здесь указатель. Опять. Вперед. Так. Пум-пум. Пум. Ой. О! Можно и так было. Хе. Так. 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 Указатель есть. Ну все, пришел. Все. Оп. Ура, у меня есть пшеница. И семена посадил. Так. Я думаю, второй ярус пшеницы тоже можно сделать, а потом уже чуть произвольное. Нет. Тык, тык. Созрело. Угу. Теперь семена. Время, интересно. О, уже 2 часа. Через 3 часа уже сынок придет из школы. Первый класс ходит. И о, пшеница созрела. Ну что ж, копну ниже. А нет, пойду охотиться. Мне нужна кость. Много. Так, еще 3 хлеба могу сделать. Так, домой. Это я домой бегу. О! Это не поможет. Хлеб. Где хлеб? Лишнюю пшеницу уберу, готовую. А нет, может, найду корову, приманю. Так, железо мне не нужно. Сейчас это мне не надо. Так, это мне тоже так много не надо. Это я цыпленка могу приманить.
Лук пока хватит. Стрелы есть. Стрелы 8. О! 4. 4 нитки. Могу сделать. Что я могу сделать? Удочку. А удочкой можно... удочкой можно найти косточку. Выловить косточку можно удочкой. Можно не охотиться больше. Так, уже ем хлеб. Так, ну... поохочусь. Как бы за мной не поохотились. Ой, этого эндермен... с ним осторожно, может убить его. Я, в общем-то, в безопасности. А, пришел, идет, идет за мной, гаденыш. Где ты? Где ты? Сдохни, сдохни, сдохни. Подонок. А, испугался. Убил! И этого убил. Я победил, я всех убил. И жемчужину получил. Глаз эндермана получил. Ну-ка я в убежище сбегу. Посмотрю. О! Жемчужина! Края. Жемчужина края. Получил жемчужину края. Замечательно. Тик. Что тут у меня еще? Надо еще походиться. О, еще один эндерман. Ну-ка, я его приманю. Чувак, иди сюда. А, хлеб надо поесть. А! Он так далеко, что он не понял, что я на него смотрю. Чувак, я на тебя смотрю. Ну ладно, он меня не понимает. Тогда я продолжу охоту. Просто. А теперь? Ага, идет. А, скорей. Тут я его опять не вижу. Ну ладно, зомбака грохну. О, сломался меч. Наконец-то каменный сломался. Теперь железные мечи у меня будут. Пока алмазов не нашел. Первые алмазы найду. Глубже. Под землю уйду, углублюсь, найду алмазы. Сделаю уже алмазный меч. Зачарованный будет. Какой-нибудь зачарованный алмазный меч. Ай, надо же бамбук найти для этого. Без бамбука-то зачаровать ничего не получится. Да, попутешествовать придется. Так, моя первая цель. Еда есть, моя первая цель. О! Зачарованный лук у скелета. Так, о-о. Три. Сдохни. Сдохни. Ох, он меня зацепил. Еще один. Ой, двое. Дай тебе. Попал. Попал, 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 попал. Сложно в них попасть. О, паучий глаз. Нашел. Новый рецепт. Можно сделать из паучьего... ну, в общем, можно сделать паучий... можно приготовить глаз паука. Тогда, когда я уже к этому скелету подойду поближе. Мне страшно, мамочки. Окоп. Копаю окоп. Я рою окоп. Потому что мне страшно. Еще чуть-чуть поглубже. Ну страшно мне, что делать. Рою окоп. Ну и земля пригодится. Сейчас скелет как меня грохнет.
Так. Так, еще чуть-чуть поглубже. Кирка есть? Кирка есть одна. И лестницу поставлю, все. Смогу прятаться и выскакивать. Или это станет моей могилой. Так, теперь отходы. Подходы-отходы множественные для меня. Все, воюю. И посмотрим, как успешно. О! А, берегись. Замок идет ко мне. Котлован, давай, давай. Только не крипер. Ай, жарит. Слишком близко. Подошли ко мне. А, маленький. Малыш, сдохни. Только не крипер. Ну, неплохо я придумал. Только не крипер. Пауки, черт с ними. А, так. Надо пожрать. Так, сейчас уже утро наступит, а я скелета ни одного не убил. А тут их много. Как интересно. А-а-а. Ну-ка, ты этого грохнуть. Их много очень. Если все выстрелят по разу, меня и сразу не станет. Ага. Стоп. По траве попадаю. Что ж ты будешь делать? Еще и паук. Все, убегаю. Ой, еще эндерман. Оу. Лакомый кусочек, конечно, этот скелет. Хочу приручить паука. Ах, ты меня ударил. По траве попадаю, что ты будешь? Тварь в приоритете. Ой, игры. Вот, струна. Ой, нитка. Нитка. Пока я грохну. Держу. Да. Битва была уже не простой. Так, паучок готов. Так. А теперь быстрый налет. Ай! А! Добил. Есть косточка одна. Остальные скелеты убрели. Так, эндерман. Ик. Сейчас рассвет будет, скелеты подохнут, и я соберу косточки. Без опыта, правда. Просто два эндермана. Угу. Неплохо. Так, я ищу скелета. Разбрелись скелетоны. И зачарованный лук не выпал. Сдохни. Три удара, четвертый удар, готов. Так, 20 уровень у меня. Уже очень хорошо. И бамбука я еще не нашел. Надо искать бамбук. В режиме выживания. Ага, ну-ка, волк. У меня есть одна косточка. Есть! Мой волк. Побежали, волк. А, его же надо покормить. А, он сытый. Вот. Я приручил волка еще одного взамен того, которого взорвал крипер. Из-за моей
ошибки. Ой, куда я пошел? Не туда. Так, в чем проблема еще? В том, что волчок лезет под крестик, под мой. И мне сложно копать. Я могу случайно его ударить мечом. Тоже проблема. Какая жалость, больше лопат у меня с собой нет. Опять нет лопаты. Ух. Ладно, пошли, волк. Будешь охранять. Что ты будешь охранять у меня? Те сундуки, которые я поставил. Бамбук вижу. О! Так, бамбук есть. Только туда далеко, а есть же лодка. О, лава. Собачка, чтобы не попала в лаву. О, тут еще пещерка какая-то. Ой, что я нажал? А. А, я что-то скинул, наверное. А, это была лопата. Так, домик, вот он наш. Ой, ты глянь, через дверь нельзя пройти, сквозь дверь нельзя пройти. Открывается, ее надо обойти. Вначале. Так. Хлеб у меня остался, пшеница есть. Так. Так вот. Так, спрячу вот это все. Это мне не надо сейчас. Это не надо. О, полный сундук. О! Гнилое мясо кормить собачку. А, да. Теперь этого волка. Посадил я. Все, чтобы его никто уже опять не убил. Так, лук есть. Удочка есть. Так, пора уже отдохнуть. Так, пойду копать. Наверное, чуть-чуть. Что мне нужно? Кирка. Несколько штучек. Четыре кирки сделаю. Из камня. 2, 3, 4. Что еще мне нужно? Таблички особо не нужны. Землю потом возьму. Или сейчас уже 80 блоков земли мне надо. Вот так. Так. Кабло не нужно. Это как-то... А, это пригодится еще. Это не нужно. Все, чуть-чуть начну копать. И пойду уже отдыхать. Так, вот это мне мешается. Так. Съедим. Так, вот этот блок тоже надо снять. Мешается. Оп. А, воронку надо слепить. Так, как же мне здесь быть? А, вот так. Тук, тук, тук. Да? Вполне так, ничего. Получится. Так, сколько блоков вниз надо мне? Сейчас надо подумать, все взвесить. А лестницу я выкинул, а мне она нужна. Я пошел за лестницей. Опрометчиво. Надо лестники, ступеньки сделать. Какие-нибудь...
Или лестница? О! Стек лестницы, отлично. Так, лук. Ладно, лук выкину. Стрелы скинул, а лук при себе оставил. Это было смешно. Гранит не нужен. А это был гранит? А, все нормально. Нормально. А лопату я не сделал. Нужна мне лопата. Одна. Что ж случилось? Кабло. Лопата. Тум. Тум. Все. Это все убираю. Ну все, пошел я. Ой. Вот так. Два стека земли есть. Зато вниз могу бежать. Блоки теперь в башку не упираются. Вверх надо будет сделать ступеньки, и я тогда буду вверх бежать тоже. Хоп. Так, лестницу взял. Достаточно. А! И чё? Ну, классно. Ну, я здорово придумал. Пум-пум-пум-пум. Итак, глубина будет... Раз, два, три блока. От грядки. От земли до потолка. Три блока. Раз блок. Два блок. Три блок. И... О, как смешно получилось. Правильно? Да. Почему нет? Раз, два, три. Раз, два, три. Все, докопал до нужного уровня. Так, все сделал. Теперь мне нужно найти уже поток воды где. Прощай. Ты был не нужен. Оп. Нет, факел должен стоять вот так. Угу. Так, где там вода течет? Водичка-то. О, там факел, там факел. Так, глубина какая у меня, посмотрю. 39 блоков. Это, ну, высота от нулевой отметки. 39 блоков. Рутина началась. Рутина. Так, найду, где находится у меня вода. Столб воды. О, по лестнице. Окей. В эту сторону буду копать. А, вот она. И...
Замечательно. Так, а грядка будет где? Грядка будет где? Ик. Вода течет. А! О, кирка одна. Износилась. Изнасиловалась. Поедим хлеба. Сюда надо воронку ставить. Чтобы все, что упало в воду, попадало в воронку и не пропадало в небытие. Так, три блока есть. Теперь землю. Землю. О, ага, вот она моя ошибка была. Тик. А, все, исправил ошибку. Кажется. Угу. Все, вода течет. Как надо. Прямо вниз. Пом-пом. Увлажненная будет грядочка. А я не взял даже с собой мотыгу. Тик. Четыре блока от воды. Раз, два, три, четыре. Все. Это я засыпаю землей, И будет грядка скоро. Ограда есть? Ограда есть, надо делать. Не хватает. Гром ударил, значит, дождик пошел. И, может быть, появился заряженный крипер, который очень сильно взрывается. Так, это два блока. Раз, два, три. И четвертый блок, последний. Раз, два, три.
Так. Бум. Просто надо сделать 9 на 9 землю. Насыпать по площади квадрата 9 на 9 клеточек. И одна клеточка свободная. Получается 80 блоков земли. Ой, гранит засунул. А, это нет. Это я не засунул. Это там и было. Так, нужно сделать оградку. Еще. Заборчик. Факела есть. Воронку. Хоппер. Все. Раз, два, три. Еще чуть-чуть. Конечно, это очень эффективная будет у меня ферма. Но не очень прочная. Если крепер взорвется внизу, то пострадает и нижняя грядка, и верхняя. Надо было отступ побольше делать. Там блоков 5-6. А криперы взорваться-то будут без этого никак. На гравии не лучший вариант ставить факел. Не лучшее решение. Сейчас дострою и пойду уже отдыхать немножко. Поесть что-то надо. Морковка у меня есть. Пельмени с морковкой сварю. И хорошая мысль. Раз, два, три, четыре. Так. Здесь надо уже поставить оградку. Сейчас чуть прокопаю. Гравий. Гравий. Да, запись продолжается. Закончилось. Прекрасно. Если что-то ломается, значит где-то что-то производится. Ставим освещение, чтобы не появлялись всякие скелеты здесь. И чтобы все росло хорошо. Делаю. О, кремень. Кремень пригодится для того, чтобы построить портал в нижний мир. В ад. Можно построить портал. И там есть привидения. Всякие крепости, наверное, или что там? Что-то такое. Структуры всякие. Факел поставлю? Ага, вот, нормально. Здесь также. Так.
Все, пойду отдыхать. И посмотрю, как звук, как видеокачество.